Итак, как же зарегистрироваться в Access? Надо сначала взять реферальную ссылочку свою. Здесь кликайте на себя аккаунт, партнерская ссылка. Можно, в принципе, не партнерскую ссылку брать, а давать свой ID номер и сайт компании. Переходим по партнерской ссылке, допустим. Ну, главное, чтобы вы дали свой ID номер. Дальше русский язык. Дальше вводите имя, фамилию, пол выбираете, день рождения выбираете. То есть, допустим, кликнули год, выбрали, там месяц и так далее. То есть по такому шаблону. Дальше по электронной почте. Вы можете сразу создать электронный ящик, будет ваш электронный, ваш какой-то логин там и собака.access.com. Также вы можете нажать кнопочку «Хочу использовать мой собственный почтовый ящик». Нажимаете сюда и вводите свой почтовый ящик. Так, пароль. Можно нажать кнопочку «Показать» и будут показаны цифры, буквы, то есть то, что вы ведете. Так, язык. Выбираете язык, который вы понимаете, например, русский, и номер телефона. Далее ставите галочку и создать учетную запись. Итак, после того, как ввели свои данные, обратите внимание, имя и фамилию надо ввести на английском языке. Так как в дальнейшем вы будете заключать договор с компанией, компания, естественно, американская, и договор будет на английском языке. Дальше ставите галочку «Я прочел» и нажимаете «Создать учетную запись». Дальше. Подтверждение адреса электронной почты. Опционально. Электронная почта. Такая-то и код. И надо нажать «Вышлите мне код». Нажимаю «Вышлите мне код». И сейчас на почту придет сообщение с кода. Надо взять этот код и вставить сюда. Итак, вставляю код и нажимаю подтвердить. Дальше. Подтверждение номера телефона опционально. То есть это не обязательно, значит. Один Access аккаунт для всего в Access, короче. И можно нажать «Вышлите мне код» и придет смс на телефон. Нажму «Вышлите мне код». Так, смс пришло, вставляю этот код и нажимаю «Подтвердить». Все. Благодарим вас за создание аккаунта Access. Данные для входа были отправлены вам на электронный адрес и телефон. Пожалуйста, войдите, чтобы продолжить. Таким образом, очень просто проходит регистрация. После этого вы нажимаете «Войти». Входите своим, ну, я уже залогинился, и дальше можете создать аккаунт. В общем, электронную почту себе завести. Можно было это сразу сделать, не принципиально. И можете нажать GameSmart и уже зарабатывать на играх. Поставьте себе также YouChat, войдя на смартфон и установив программу application YouChat. И для доступа к чату вам нужно будет свой ID указать и, естественно, пароль. Также социальная сеть «Друзья» — это бесплатная. И так далее. То есть вот так просто происходит регистрация. Следите за новостями, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей. До скорых встреч. Всем пока.